Я напомню, что Центробанк проведет пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 7 июня в 17:00. Ну и Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. 26 апреля ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов считает, ставка останется двузначной на протяжении еще нескольких лет. Это значит, что Центробанк, как регулятор, будет давать банкам деньги под очень высокие проценты. Ну, 15-16% ключевая ставка. 16. Была 15, сейчас 16. Изменили в декабре 2023 года. Соответственно, ты, гражданин, можешь взять у банка кредит не меньше, как под 17-18%. Это в лучшем случае. А так 19-20%. Это катастрофа. Такие проценты – это катастрофа для любого кошелька.